Волонтеры культуры вызываем вдохновение, поздравляем с первым днем лета! Пока волонтеры культуры кричали свои лозунги, брутальный технический отдел первого областного разматывал провода, подключал колонки и, в общем, готовился к чему-то громкому и веселому. Немного в стороне, чтобы не запутаться в аппаратуре, прекрасный полкомпании старательно надувал шары, да необычные. На них красуется новый символ, новый талисман первого областного телеканала. Мы только сегодня придумали ему имя, и это было такое коллективное занятие всей редакции сегодня. Мы как-то так собрались и подумали, и теперь он пультик. Скромно в стороне стоял сотрудник, без которого праздник был бы не таким пушистым. Наталья Мостовая, корреспондент первого областного портала новостей и по совместительству автор кота-пультика. Я придумала кота. Про ёлыши новогодние, да? И все вместе мы создали такого персонажа. Вместе его назвали пультиком. И теперь он в руках у детей. Все это акция «Первый день лета» с первым областным, Международный день защиты детей и день рождения нарисованного кота. На площади перед каменными конями и фотографировались в телевизоре, и участвовали в конкурсах, и получали призы. Противно когда-нибудь, знаешь, кто это? Да, правильно, пойдешь в театр. Здесь и орловские блогеры, комитет семей воинов Отечества и просто орловчане. Встретить лето с первым областным пришло так много людей, что порой концертные колонки брутального технического отдела не могли перекричать звонкий смех детей. Как итог, встретить День защиты детей вместе с первым областным пришло несколько сотен орловчан. Многие из них выиграли шарик с пультиком, билеты в театр и разные призы. И к поздравлениям с таким большим праздником присоединяется кот-пультик Андрей Погосян, Валентин Худокормов и телеканал «Первый областной».